одеялом лоскутным на ней. Не переживайте из-за всех этих коронавирусов. Так вообще, это просто концерт, чтобы порадовать вас. И... Отлично, все, поехали. Эфир? Раз, два, три. Ну что ж, мы приветствуем всех. Мы сегодня собрались на даче у Николая Долгопытова. Будем тусить, играть песни. Ну, этот проект у нас давно назрел. Так мы что-то подумывали, все делают трансляции, а нам бы почему не сделать. И как раз завтра у нас День Победы. Ну, возможно, мы попробуем спеть что-то в честь этого. Вот. А так вообще, это просто концерт, чтобы порадовать вас и не сойти с ума на нашем карантине. Всем привет, сейчас я посмотрю, да, что у нас идет трансляция. Да. Все отлично. Вот. Мы споем какие-то свои песни, какие-то чужие. Как пойдет. Импровизация, в общем-то. Надеюсь, это кому-то будет в радость. Ура! С чего начнем? Да. Ну, начнем, наверное, с меня. А с песни? Ну, пусть будет «Дети пепла». Ну, хорошо. «Дети пепла». Песня очень актуальная для коронавируса. Вот. Надеюсь, так не произойдет. Мы не станем детьми пепла. Готов. Считай. Начните вы, Николай. Ну, я готов. Да. Хорошо. Еще раз наступаешь. Забыли, кем были. Волки вгрызлись в хвост себе самим. В великой пустоте дети рая сожгли старых богов, забыв стаи в один великий чат. Дети пыли согнали всех волчат, чтоб забыли, как выли на луну. Как воют на луну.
на луну. Памяти, но я попытаюсь это сделать с помощью своей песни о войне под названием «Пулеметчик». Ну давай, начни. Помолился никотин и втянул махорки дым. Взял он каску, вещмешок, принес то на пассажок. А с рассветом у реки собирались мужики. Ротные вещи говорит, стать за родину велит, а помирать неохота. Смерть впереди на Федота, а с Федота на Якова, с Якова на всякого. А когда пошла пальба, загудела голова. Никодим стоит, молчит, голова внутри кричит. Только строчит пулемет, немец душу отдает. Вот как полных мертвецов доплывут до берегов, а помирать неохота. Смерть забирай, не Федота, не Федота, не Якова, ну а лучше никого. Не видать своих дыму, нет спасения никому. И не важно, смел, не смел, накрывает артобстрел. Стало тихо над рекой, рядом ротный неживой. Никодим закрыл затвор, больше нету никого. Вот ты пропала, рота, ты помолись за Федота, за Федота и Якова, и Якова и всякого. Вот ты пропала, рота, ты помолись за Федота, за Федота и Якова, и Якова и всякого. Творческий вечер Станислава Алова и приглашенного артиста, как вас? А, Николай Белкопытов, да? Диджей-плеер. Гугл, диджей-плеер. Армяне меня так звали на работе, когда я в армянском клубе работал. Диджей-плеер. Поехали. Раз, два. Где я был? Гора
страданий. Там искал яркий прах серебра да вина и плыла голова. А где я был, где не был, а что любил, то прятал. А где я был, на воле все забыл, что понял. Навсегда, как песок, как вода, как песок, как вода. А где я был, где не был, а что любил, то прятал. А где я был, на воле все забыл, что понял. Свежую песню, если что-то забуду, не в защите. Создал я тут недавно альбом. Понятно, что никому не в тему. Тут и 9 мая, и коронавирус. А у меня альбом, понимаешь, про Игру престолов, про Средневековье. Но, тем не менее, он родился. И, надеюсь, получился необычным. По крайней мере, никто до меня такого не делал. Спою вам одну песенку из этого альбома, посвященную тем, кто смотрел Игру престолов, поймут персонажу по имени... Пес Сандор Клиган. Я ж не знаю, про что песня. Я послушаю, потом подыграю тебе. Высоцкий, что ли? Почти. Он в броне помятый, косматый, неопрятный. И всегда, везде, повсюду, крайне неприятный. И всегда, везде, со всеми, свой неприятный.
на людей кидается и рычит и скалится. Обгорелый пес, одинокий пес, ходит пес по кругу, может, ищет друга. Ходит пес по кругу, может, ищет друга. Он всегда суров, здоров, так что будь здоров. И всегда везде со всеми он пускает кровь. И всегда везде повсюду людям портит кровь. И рычит, и скалится, тварью обзывается. Обгорелый пес, одинокий пес, ходит пес по кругу, может, ищет друга. Ходит пес по кругу, может, ищет друга. Разбойник и дрянь, в голове его пьянь. Он не рыцарь, о нет, он не рыцарь, о нет. Он приходит как гость и вгрызается в кость. А уходит как вор, он уходит как вор. Даже имени нет, просто пес столько лет. А таких не поют, лишь награду дают живодерам за то, чтоб травили. Да только лежать им в могиле. Спросит пса, почему он такой, и где потерял он покой? Одинокий пес, обгорелый пес, ходит пес по кругу, может, ищет друга. Кровь идет куда-то, видно, ищет брата. Спасибо. Дорогие мои, не переживайте из-за всех этих коронавирусов. Все мы будем жить и поживать. Все это уйдет. И начнется у нас, ну, не все как было, конечно, но будут и реальные концерты. Я думаю, что все будет прекрасно. Надо только переждать все эти кошмары. А, ну, кроме Цой, тут же я спал. Эксклюзив такой. Наверное, мне медиатор не нужен. Совершенно что-то. Заинтриговал уже. Пришла.
стеклышки, разноцветные тряпочки. Непонятно ни хрена. Сейчас делаем. Нет, вот это я играю. Потому что одновременно мы это не сыграем правильно точно. Ну, с ним точно одновременно, с правильным ничего не сыграешь. Поехали. Ну, поехали. Да. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле. Плывут облака, открывая небесный свет, а над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени солнца. Война, война без особых причин, война дело молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава. Через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени солнце. Судьбою больше любим, кто живет по законам другим, и кому умирать молодым. Че ты меня спрашиваешь, что там? Он не помнит. Он не помнит слова да и слова нет. Он не помнит ни чинов, ни имен. Способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени солнца. Из-под копыт искры летят, птицы болят, Анет молчит. И не надо, слов не надо в этой тишине. Достаточно взгляда, конец войне.
Я знаю этот нежный взгляд. Цене жизни, где лишь тлен и смрад. Сказал бы, потому что перед уважаемой публикой не буду такие. Песню про арастов? Про арастов, да. Что это? Ну, попробуй. Тебе знать, кого он любил, зачем тебе знать, о чем он просил, зачем тебе знать?
чем он молчит. Поплачь о нем, пока он живой. Люби его таким, какой он есть. Поплачь о нем, пока он живой. Люби его таким, какой он есть. Попробовать свою старенькую песню спеть, если получится, конечно. Она очень мрачная, депрессивная, ну как обычно. Вы же все любите такое. На бумагу вылилась песенка моя, сердце опустело сразу, в нем нет ни копья. Ни копья, ни стрелы,
Кто будет стрелять, надо снова ждать, когда будут выстрелы. Да пустая грудь, верни мне сердце, а я уж как-нибудь. Скончилось в огонь сердце мое, где же соловьи? Спасибо, что были с нами сегодня. Я думаю, что мы повторим это безобразие, посмотрим сами со стороны, как мы выглядим, постараемся внести какие-то изменения в позитивную сторону, чтобы выглядеть лучше, играть лучше. Стас сразу учит песен побольше к следующему разу, хорош, своих и чужих. Вот, извините, как бы, если что-то не так. Мы старались, провели с вами 3 с лишним часа. Какие-то вещи вышли очень здорово, на мой взгляд, что-то там не сложилось. Но это и есть живой концерт. Причем в таких условиях мы сидим в маленькой избушке. Вокруг тишина и природа. И в общем, настроение соответствующее. Это действительно, мне кажется, надо начинать пораньше в следующий раз. Да. Вот, мы долго подключали аппаратуру, там, собирались, поэтому так вот получилось. Так что, в общем, еще раз вам за все спасибо. Это были Станислав Алов и Николай Блокопытов. Вот, до скорой встречи. Всего вам доброго, с праздником, с наступившим маем. Ждем окончания карантинных мероприятий и начнем жить заново. Приготовлено много интересного, песни новые. Не буду раскрывать все тайны, чтобы не сглазить, но и поклонников группы «Горячий асфальт», и «Московское время», и людям, которые равнодушны творчеству Стаса, будет в этом году еще что услышать нового, интересного. Главное, слушайте мой замечательный новый альбом по «Игре престолов». Стас молодец, сделал концептуально. Не молодец. Вот, если не смотрели «Игру престолов», начинайте смотреть, и тогда все поймете. Вот. То, что человек сделал концептуальную работу, написал фактически собственный авторский саундтрек большому мировому сериалу, я надеюсь, это оценит те, кто... Спасибо вам, до свидания. Кристина, не забывай, что я люблю тебя. Ты самая прекрасная девушка в мире.